батьки і батьки. Хай проносяться роки, зими, весни поспішають і добро нам залишають. Щастя, радість і достатку, і здоров'я на додатку. День зимового Миколи пам'ятайте, як ніколи. Скоро диво новорічне, світле, радісне і вічне, кожен дім воно освітить незабутнім дивним світлом. Скрізь засвітяться вогні, піде білий-білий сніг, він покриє все навколо, і я, зимовий Микола, всіх зі святом вас вітаю. На це свято я сьогодні завітав не один, а й своїм давнім другом, і хочу запросити його на цю сцену для святкового привітання. Добрый день, дорогие дети, дорогие родители. Я Чайка Владислав Владимирович, глава общественной организации «Миколаев Едина Родина». Когда святой Николай постучался к нам в окошко, говорит, а у вас есть дети, которые послушные, целый год, хорошо учились, слушались родители? Я говорю, ну конечно есть. И мы со святым Николаем сегодня пришли сюда в зал, туда. Есть такие дети вообще у нас? Послушай. Все слушались целый год, хорошо учились. Поэтому мы сегодня здесь. Сегодня со святым Николаем мы приготовили вам подарки. Подарок первый. Это будет у нас хорошее-хорошее выступление артистов наших, которые подарят вам хорошее настроение. А по окончанию вы не расходитесь. Миколаев Едина Родина каждому подарит вам подарочки. Вы посмотрите, что там есть интересное в этом подарочке. И поделитесь с родителями. Скажете, вот видите, мы хорошо себя вели, поэтому мы это и получили. Ну а сейчас я передаю опять слово святому Николаю и приглашаю вас к приятному просмотру спектакля.